Багу из города Вологда играет в синей форме, а команда ЧГУ в желтой форме. Из Вологодского государственного университета, но здесь, естественно, сейчас к ЧГУ с этим не согласны, пойдут они вперед отыгрываться, но Никорова прерывает эту атаку, и Белобородова Дмитриевой, и здесь хорошая передача на Кротову, 2 в 1 атака, надо сравнивать счет ЧГУ, пас на Кротову, гол, 1-1, Кристина Кротова сравнивает, 1-1 у нас, ну как я и говорил, гол раскрепостил, как оказалось, обе команды, и уже ЧГУ разбег, и 1-0, это у нас. Разбегается Валерия Белобородова и мажет! Забила Валерия! Лечился в основное время, не сбивает. Ефремова разбегается, бьет и в девятку кладет этот мяч. И Малярова берет этот мяч. Лариса Малярова 2-0. И заходит мяч, очень пока что безошибочно, девушки в желтом бьют пенальти, Киева. Гол, первый гол команды, ну и если сейчас. И гол забивает Кристина Кротова и приносит своей команде бронзу первого дивизиона женской серебряной лиги проекта мини-футбол вуза сезона 2021. Поздравляем Чувашский государственный университет.